Вот почти 100-летней давности, 30-е годы, альбом, замечательный альбом, называется «Deutschland», Германия. Альбом 30-х годов. Я вам покажу, как выглядела Германия до страшных бомбежек и прочее, прочее. Вот посмотрите эти фотографии, эти дивные фотографии. Здесь... Просто посмотрите, вот, и, ой, конечно, эти 30-е годы в Германии очень плохие были, очень скверные, и вообще там было много безобразия, какое-то весеннее, вот эти, весна, посмотрите, какая потрясающая красота, и средневековые улочки, замки изумительные, совершенно, или вот здесь, посмотрите тоже, о, прелесть какая. И, конечно, сами понимаете, кто не могли стерпеть подобной красоты и чистоты. Да. Вот посмотрите. Просто, ну, посмотрите, маленький провинциальный городок. Но какое чудо. Да? Просто рай для жизни. Что нужно еще человеку, как не гулять по этим улочкам? О, замок, облака, посмотрите тоже. Вот здесь и здесь. Наслаждение невероятное. Я иногда по вечерам под соответствующую музыку все это смотрю, наблюдаю. Это что-то совершенно феноменальное по эстетике, по, так сказать, ну... Как вам сказать, вот настоящая Европа. Не то, что сейчас это полная оккупация, а вот с отражением. Посмотрите, какой замок с отражением. И все это до бомбежек, до реставрации, это подлинное. То, что видите, Германия во многом, я бы сказал, ну, на 70% была абсолютно уничтожена. Просто уничтожена. Вот Берлин, вот это все разрушено, это все разбомблено. Посмотрите, вот это все, то, что сейчас видите, это все уничтожено и восстановлено уже, конечно, даже на это смотреть нельзя, из других материалов и прочее, прочее. Вот такое. Конечно, были отдельные моменты, были, но, вы знаете, тоже эстетику, это самое, и щепки разлетаются. Парк, посмотрите, тоже парк какой. Сейчас еще что-нибудь вам покажу тоже. Порадуемся вместе. Порадуемся эстетике вместе. Так, здесь природа, леса. Ну, посмотрите, Мюнхен, знаменитая площадь центральная. Сейчас, подожди, поймаем свет. Вот так вот даже лучше. Поймали чуть-чуть свет. Ну и последний, вот он. Лихтенштейн. Сейчас. О! Вот так. Вот такой альбом по Deutschland. Так, это вам за благодарность. Моя благодарность. Дальше.